Всем привет, ребята, с вами Даня666к, ну и сегодня у нас Чикинган, ну не просто Чикинган, я скачал Чикинган приватный сервер, ребята, и давно я, конечно, скачал просто, что-то, ну, идей не было, я такой вспомнил, у меня же Чикинган приватный есть, ну ладно, и сегодня по поводу приватного Чикингана я сниму ролик, где я нашел все пасхалки, которые находятся, ну, собственно, в этом Чикингане. Да, наверное, вы даже не знаете одну там из этих пасхалок, которые я нашел. Ну, наверное, не знаете. Ну, ладно. Ну что ж, надеюсь, вы уже поставили лайк и подписались. Но мы начинаем. Ну и первая пасхалка находится на карте Чалу Хаус. И вы, наверное, ее знаете. Ну, и что, наверное, если вы, ну, знаете. Ну, наверное, знаете. Я, короче, не знаю. Ну, ладно. В этом доме у нас есть вот такой вот компьютер. А в компьютере у нас, ну, так сказать, вот такой вот канал Никита Земчонок какой-то. И есть теория, то, что это там ВКонтакте, если еще канал это какого-то этого. Ну, разработчика, то есть вот этого Чикингана, но не оригинального Чикингана, а вот этого вот именно, приватного сервера. Так, ну ладно, смотрите, у нас тут ВКонтакте есть, тут у нас фото есть, вот видите, там написано. Так, вот котенок какой-то, ну, это аватарка его. Так, тут еще что-то, Никита 107, или РМ, стоп, может, английская РМ, может, да, английская, по-моему, РМ, или нет. И Никита 107, ну, короче, я не вижу. Ну, ладно, это была первая пасхалка, но мы переходим ко второй пасхалке. Всего я нашел пасхалок 4. Ну и следующая пасхалка у нас тоже находится на этой карте Чалу Хаус. Нам нужно лететь вот ту вот сторону, ребят. Я взял такой вот вертолетик. Да, и жаль, что в этом Чикингане нету быстрых самолетов. То вот так вот полететь быстренько и все, и попасть на эту пасхалку. Ну ладно, я сейчас долечу до нее. Ну и так, ребята, вот она уже, эта пасхалка. Так, не обращайтесь, что там вертолет просто. Вот смотрите, прикол. Я долетаю до этой пасхалки, да, и это, и все. У меня просто заканчивается ран. Ну, то есть вот это вот таймер, который сверху, заканчивается, и все. Я телепортируюсь обратно на эту карту. Капец, ну ладно. Да, ты как там оказался вертолет? Я ж здесь приземлился, лёд. Ты как там оказался? И чё у винтовки прицела-то нет? Ну ладно. Ну ладно, ребята, мне нужно быстрее вам эту пасхалку показывать, потому что таймер уже заканчивается. Смотрите, тут у нас вот такие вот ящики есть, они, с них выпадают оружие. Я думаю, не надо их полностью. А то сейчас реально таймер закончится. Но когда вы заберете оружие, то они у вас не появятся. Но у меня просто все оружие куплены. Так, смотрите, и мы и можем сесть в этот грузовик, ребята. Смотрите, и у нас только колеса поехали. Халер, грузовик, просто в воздухе, ну ладно, ребят. Ну, короче, ребята, вот такая вот пасхалка, я уже оказался на карте, потому что таймер закончился, ну ладно. Переходим к предпоследней пасхалке. Ну и третья пасхалка у нас, это вот эта вот свинюшка, ребята. Она есть в приватном Чикингане, ребята. Она тоже в Чикингане была оригинальным, но очень, ну, очень старой версии, ребята. Очень-очень старой версии. Ну, так сказать, первая. В следующих версиях она уже просто пропала. Ее там не было. Вообще не было. Вот такая вот небольшая пасхалка. Мы переходим к последней пасхалке. Вы ее, наверное, точно не знали. И последняя пасхалка, она тоже находится на этой карте. Так, вот этому доме, ребята, и уже, правда, становится как-то интересно, потому что вроде пасхалок в этом доме даже и нету. Но есть, ребята, я нашел пасхалку, хотя я даже не знаю, считается это ли за пасхалку или нет. Ну ладно, короче, заходим в этот дом, заходим в вот этот вот коридор, комнату, и смотрите, здесь у нас тарелочки, и одна из них вот такая вот зеленая, я не знаю, синяя, ну, короче, оттенок какой-то непонятный. И то есть в оригинальном Чикингане она обычная, просто она белая, а в приватном Чикингане она такая вот зеленая, не знаю, синяя, ну, оттенок какой-то непонятный. Вот давайте я сейчас зайду даже в оригинальный Чикинган и покажу вам.
Ну и вот я зашел на эту, то есть в оригинальный Чикинган, и давайте заходим в этот же дом. Так, кстати, в приватном Чикингане какие-то вот эти вот, ну, я не знаю, просто вот эта вот платформа, как, ну, она какая-то другая, в оригинальном Чикингане какая-то вот такая, ну, вы можете пересмотреть. И заходим сюда, и вуаля, тарелка, ну, как бы обычная приватная в Чикингане, она, ну, синяя, зеленая, я не знаю, короче. И опять же, оттенок какой-то непонятный там у этой тарелки. Ну ладно, это все пасхалки, которые я нашел. Ну, на этом видео подходит к концу. Я уже не стал пересходить приватный Чикинган, просто он в оригинальном попрощаюсь. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Не забудьте ставить лайки и подписываться. Ну что ж, всем пока.